Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в игру Hello Neighbor, привет, сосед, и в данный момент все еще продолжаем проходить мод под названием A Terrible Neighbor, ужасный соседушка, который как раз таки сделал всеми уже небезызвестный IB7. Так, ну и что получается, мы находимся у нас опять-таки в доме соседа, в нашем доме соседа. Так, эта дверь заперта. Нам нужно найти, видимо, какой-то ключ, либо возможность что-то сделать. Только вот что? Я понял, что, ребята, то, что вот здесь у нас есть проход, и я так понимаю, мы должны как-то раздвинуть эту фигню с помощью рычага. Только вот вопрос теперь, где рычаг? Если такое имеется здесь. Лично пока что для меня непонятно. Ну, окей. Смотри, у нас какой-то странный хлеб. А, это просто такой нарезанный тост. Сардины есть, есть лимонадик. Просто все по высшему пилотажу. Это максимальный уровень 10 звезд отелей. И еда, и вода. Все, что хочешь, блин. И здесь холодильник полностью наполненный. Всяким говнецом. Вон, посмотри, а. Доширак. Адреналин раш. Red Bull. Все есть, все есть. Вон, целых этих. Всякие Ролтон. Макнаггетс, Макгрегор. Все, любая фирма есть, абсолютно. А он еще и, блин, жалуется, что он в этом, в плену сидит. Сидит, да не, как говорится, не балаболь. Ой. А, это горшок и был рычагом. Нифига себе, я в этот горшок срал, а там, оказывается, рычаг был спрятан. А, нет, не горшок был. Это не горшок был рычагом, ребят. Это просто ему надо было нажать на Е. А как эту фигню открыть? Мне просто, наверное, на ней стоять не надо. А, не, ее забрать можно было. Прикольно. Так, сели. Сели и пошли. Сосед, привет. Это что такое мне светит в глаза? Это фонарик. Я думал, это прожектор какой-то, Парис Хилтон. Ну и что получается? У нас здесь несколько дверей. Все заперты, кроме одной. Здесь мы находим черный ключ. И у меня есть предположение, что черный ключ нигде нельзя использовать. Потому что когда черный ключ так достается легко, ты сразу думаешь, ага, ловушка какая-то. Обман зрения. Нифига себе меня кидает по карте. Ну окей, ладно. Сделаем вид, что это не ловушка. Во. Это не ловушка была. А здесь тоже какой-то черный ключ используется. Нет, здесь другой черный ключ используется. Окей. Складируем ключи сюда пока что. Машинка соседа. Может быть, там ключ есть? Или магнит? Посигналить можно? Да вроде нет. Так. Окей. Ну, ничего сверхъестественного мы здесь вроде бы не наблюдаем. Эта дверка закрыта. Посмотреть в замочную скважину здесь нельзя. У нас остается, получается, вот эти вот дверки оставшиеся. Окей, заходим пока что сюда. Стиральная машина. В стиральной машине ничего нету. Ни вещей, ни секретных проходов. Я не понял, какая-то штука здесь оказалась, если честно. А, так я... Подожди-ка, нифига себе, лестница какая-то. Куда она ведет? Она ведет дверь, наверное, которая была заперта, когда я там был наверху. Да-да-да-да-да, получается так. Но здесь, получается, у нас ничего не будет. То есть нам всего-навсего нужно идти туда, наверх. Получается так. Опа, погнали. Вау, прикольно. Нифига себе, как прикольно здесь все сделано. А вот эта дверь была закрыта, видишь? Опа, не получается. Hide here, прячься здесь. Обязательно, обязательно. Это... Опаньки. Блин, один ключ по-любому подходит. Остальные нет. Куда только подходит вопрос. А, нет, подожди, мне кажется, все ключи подходят. Окей, здесь вот подходит, окей. Давай ищем другие. Здесь заперто, заперто и заперто. Кто-то опять закрывает двери. Либо это сосед, либо это привидение. Каспер. Несколько вариантов. Ой, я такую, кстати, комнату-то уже видел. Я такую комнату видел. А, так мы вернулись, типа, получается. А, вот так можно было пролезть, я понял.
Не могу пройти! Вот эта фигня мешает пройти, прикинь. И кресло одновременно. Ощущение, что сосед здесь. Это лишь ощущение. Да, это лишь ощущение, так что ничего страшного. Так. Куда ведет эта фигня? Здесь нужен как раз-таки какой-то ключ непонятный. Либо это желтый, либо это золотой. Теперь нужно его искать. Вопрос теперь такой. Вот этот, да, наверное, ключ был? Давай возьмем этот ключ и вот этот ключ. То есть, либо этот, либо тот должен подойти. Но это не точно. Нет. И ни тот, ни другой не подошел. Странно. Значит, мы должны найти ключ где-то здесь, возможно. А почему бы и нет? Хаюшки, ребятки, с вами Лекс. Хаюшки, хаюшки. Ну, здесь, мне кажется, здесь нет никаких ключей. То есть мы здесь уже были, где мы это лутали, когда тогда еще ходили, да, правильно? Если предположить, то правильно. Правильно. А, вот куда она ведет. Так а зачем мне тогда эту штуку открывать? Здесь я не могу посмотреть. Подожди-ка. Я что-то забрал сюда, все правильно. Окей, давай возьмем тогда этот ключ тоже с собой, красный. А, так я, наверное, просто должен выбраться сейчас из подвала, да? Давай попробуем выбраться, окей. Смотрим, как мы можем это сделать. А, ну мы можем пройти здесь. Все верно. Опять двери закрывают, слышали? А здесь заперто, лол. Откройте. Блин, заперто, 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 заперто. И что я должен сделать? Где я должен найти рычаг? Помогите! Меня кидают. Фонарик, кстати, лежит. Окей, давай сразу активируем эту штуку. Подожди-ка. Эй, я не понял. А где у нас? А куда он дел? Он что, офигел совсем? Сосед! Ты что, совсем оборзел? Взял картину, унес куда-то. Все, нет рычагов. Ну, гад. Так, окей, какой мне ключ? Мне не нужен ключ, мне нужен рычаг. Мне нужен рычаг, и этот рычаг, наверное, находится в тех комнатах. Теперь вопрос, как мне нужно попасть в эти комнаты? Вантус. Блин, нифига себе. Как все сложно-то устроено. А, так у меня пару ключей есть, там мы могли открыть еще одну комнату. Давай сходим. Может быть, как раз-таки один из этих ключей нужен. Опаньки. Так, нет, там серый нужен какой-то. Нет. Нет! Да что ж такое? Ладно, сюда пока ставим. Склад ключей у нас здесь находится. Нам нужен, короче, золотой, ой, золотой, серебряный, и получается черненький ключик. У нас один черненький был, но это не тот. Просто странно, что мы должны лутать те же самые места, которые мы уже лутали. То есть, не может быть такого, что один и тот же, точнее, разные ключи в одном и том же месте у нас будут, правильно? Это же будет глупо. Здесь у нас тоже ничего нету. Камера сломана. А может быть здесь что-нибудь есть? Мы же можем обойти. Не, мы сюда зайти не можем. Ну там ничего нет, в принципе. Остается только поискать теперь ключи. Окей. До сих пор кто-то прячется в бочке. Вылази, и соседа нет, он ушел. Мы сюда зайти не могли. Может быть, это ответ на вопросы? Так. Хей, я Мирадаги, бардожа лапывать на мой накал, личисец.
Тільки сьогодні растует рідичная зиблоблачная дося. Не получается. Шкафчик, кстати, тоже не получается закрыть. А, подожди-ка, мы здесь не смотрели. Потому что у нас была эта штука закрыта. А какая разница, да? Она была закрыта, и все равно здесь ничего нету. Он ее типа запер, видишь? Стенку подпер. Он подпердыш получается. Ну да, получается подпердыш, подпер. А у нас эта стенка блокировала этот вход. Я думаю, почему я не мог зайти. Так, ладно. Так а что маска? Маска ничего не делает. Маска! Расшилка получается максимальная. Ну, я не знаю, что делать. То есть с манекенами, я их манекены выкидывал, но, видишь, обратно их поставил, гад. Здесь ключей вроде бы нету. Ну, типа, окей. Я как это представляю? Сосед такой уходит, запирает меня в подвале и такой думает... У нас здесь не было, к примеру, серебряного и черного ключа. Давайте оставим их здесь, потому что как у нас будет выбираться мой заключенный? Типа так получается, что ли? То есть логично, что здесь не будет ключа. По логике вещей. Но здесь другое дело, что, может быть, у нас появилось... Во, я понял. Оказывается, все проще бы, ребят, было, чем что-либо вообще. Но раньше это не было рычагом. Вот в чем прикол. Раньше у нас не было это рычагом, а сейчас это стало рычагом. Потому что я проверял эту картину, когда мы в прошлый раз с вами спускались. Вот такое бывает. Такое бывает. Странно, что вот те вот, получается, две двери, они нигде не используются. Эта картина работала и раньше? Лол, она ж вроде, я просто проверял, не работала вроде. Мы выбираемся. Вау, что происходит-то? А что происходит? Эй! Нифига себе прикол. Ты видел это? А сосед тут уже заборы понастраивал, офигеть! Вон, ворона. Здравствуй, воронушка моя, миленькая. Сосед, ребят, живой. Сосед ожил. Вон он стоит. Я спрятался. Ты будешь уходить? Не понимаю, что он там делает. Он здесь стоит. Если я кто разобью, он заметит. Заметил. Я его сломал. Не успел. Пипец. Окей, нужно искать, короче, способ, как можно добраться туда. Я нашел рычаг. Он заколотил эту фигню. Здесь можно забраться сюда. Эта фигня теперь открыта. Прикольно. Нужно ли к нему домой заходить? Мне кажется, нужно. Мне кажется, нужно к нему домой. Только вопрос, зачем? Что у него там спрятано в доме? Так, ну здесь у нас ничего не спрятано. А, ну, в принципе, можно так полазить. Только зачем, опять-таки? Видишь, здесь как будто специально сделана вот эта вот фигня. Чтобы можно было полазить по этим полочкам.
Может быть, можно разбить эту фигню? Давай проверим. Да, можно разбить. Я ж не могу сюда пролезть. А, да, тогда не имеет смысла эта штука, да, получается? А, имеет, смотри-ка. О май гад. О май гарбл. Интересно. У нас есть ломик, ребят. Это решает большинство проблем. Видишь, я просто сразу догадался, мне повезло. Я могу перепрыгнуть туда, но это будет нечестно. Нифига себе, у нас дом изменился. Офигеть, ты посмотри. Может быть, он таким и был, кстати, просто не было видно, потому что темно было. Что произошло? Так, окей, у нас есть лом. Для чего он нужен, вопрос? Здесь заперто, кстати. Вопрос на засыпочку, на который у нас нет ответа. Ревизор ничего не играет, не говорит. Так, ладно. Хватит там каркать, уже задолбали. А может быть, эту штуку можно отколупать? Да? Прикольно. А, нельзя ее отколупать. Видишь, гвоздь лег так, что я теперь второй гвоздь не могу. Ладно, получилось, получилось. Больше не ною. Но мне нужен магнит, наверное. Нет, не нужен. Ясно. До свидания. Меня... Как? Выдавили оттуда. Меня выдавили из этой дырки. Вот эти вот доски, видимо, я не знаю. Ну куда ты летишь, блин? Какое управление неудобное. Сделал шаг, улетел на 200 метров. Опа. Опа-ники. Это желтый. Я что-то забыл, где желтый был. Был ли он вообще на моем пути? Там какой-то был, я не помню какой. Здесь красный был. Окей. Я вернусь. Желтого не было, значит, на моем пути. Нужно искать, где был желтый. Блин, стоит дебилушка. Дурачок, иди отсюда. Смотри, телевизор еще как поставил. А, это не телевизор, это. Во. Так-то лучше. Может быть, я еще что-то могу открыть? Так, здесь нужен желтый и черненький. У меня фонарика нет, у меня есть желтый. У меня желтый есть. Я забыл. Все, желтый есть. Окей, что мне делать с соседом? Как мне теперь спрятаться? Смотри, у него есть камеры, и в доме у него есть всякая фигня. Там черный замок нужен здесь, видимо, и черный замок нужен здесь. Один и тот же. Мне нужно пробраться сюда. Я могу пробраться сюда с помощью вот этого окна. Да, давайте так и сделаем. Куда ты полетел? Хорошо. Я на заднем дворике, получается. Здесь мы что-то активируем. Что-то открылось у нас. Вон он стоит. Он думает, что следит за мной. На самом деле я за ним слежу. Куда-то побежал, дурачок. Я вот выключил электричество. Ой, он меня увидел. А какая разница, увидел ты меня, не увидел? Ты меня до меня не доберешься, дурачок. Ты не доберешься до меня, тупой! Ува, лень! Ой, ну помидором-то зачем кидаться? Я понимаю, что я тебя обзывал, но кидаться было не обязательно. Так, окей. Здесь нужен этот... Как называется он? Тот самый нужен. Я забыл. Гаечный ключ. Гаечный ключ. Но я почему-то уверен, что гаечный ключ находится у него в доме.
Я что-то открыл. У меня ощущение, что я это закрыл. Сейчас открыл. Обратно. Да-да-да, все правильно получается. Вау! Чего я мог открыть? Может быть, эту штуку? Нет, не эту. Красный ключ у меня все равно нет, можно не подниматься туда. Тупой, что ли? Нафиг я лом выкинул? Здесь не спрятаться. Да, я застрял. О, привет, кстати. О, я его вижу. Привет, привет, здорово. Ага, помидором своим сквозь стекла кидается, ага. Камеры выключены. Я ничего не вижу, правда. Дверь не могу закрыть, потому что капкан мешает. Гаечного ключа не вижу. Здесь нужен черный ключ. А да иди в жопу! Что за звук? Всем сумасшедший. Так, ну я выкинул лом. Лом на месте. Лом на месте, ключ... Желтый я использовал, да? А что я еще должен был использовать? У меня что-то еще было. А что за камеры? То есть, являются ли вороны камерами? Ну, там камера. Дурак, что ли, испугал? Я в капкан залез, я забыл про капкан. Пипец. Так, окей. Куда я еще могу пойти-то, вопрос? Да что ж такое-то, блин? Ощущение, что здесь можно вылезти, но я не помещаюсь. Где там застрял опять? О, я его нашел. Я победил соседа. Наконец-то. Блин, я ж тебя победил. Да блин, пошел в жопу, я бы тебя победил. Почти. Я просто не понимаю, куда мне нужно идти. У меня 2 метра? Как я должен его обмануть, если у меня всего 2 метра? Как я могу убежать от него в 2 метрах? Так, окей, ну предположим, что... Так я не знаю, где гаечный ключ. Мне гаечный ключ нужен. Мне сейчас единственная цель — найти гаечный ключ. А как я его найду, если я не знаю, где он? То есть сосед стоит в том месте, наверное, и гаечный ключ стоит. Каким образом я должен... Нифига себе, ты паркур-мастер, что ли? 13-й район, все дела. А мне нужен лом вообще? Мне кажется, он мне не нужен больше. Здесь вроде ничего нету. Нифига себе, посмотри. Настолько быстро бежит, что его даже не видно практически. Гаечный ключ, ага. Видишь, если бы так все не колбасило, может быть, я бы его увидел. Но, видишь, колбасит. Все-таки колбасит. Скорее всего, я знаю, где. Скорее всего, я знаю, где ключ гаечный. В его компьютере. В его мониторах. Thank you.
Он сейчас все равно вылезет сразу, вылупится. Как только я подойду... Эй! Может быть здесь? Я не вижу, я не успеваю. Просто как я могу его заставить к себе подойти, к примеру, сюда? Неизвестно. Иди сюда, дебил. Тупорылый. Даунич. Даунич. Я не успел взять. Ой, тупой, дебил, ой, дегенерат. Не убивай меня, пожалуйста. Ты дегенерат, я знаю. А ну и пошел в жопу. Хорошо. Ну ладно, я пока пойду наверх, потому что я не понимаю, что делать. Красный ключ, я не знаю где. Как мне кажется, если он где-то... А ты чё начал ходить-то, дурак совсем? Не ходил, не ходил, не ходил, не ходил, вдруг начал ходить. Я знаю, как его выманить. Так он там застрял, наверное, никак. Получается, никак. О! О, я нашел легкий путь! IB7! Я нашел легкий путь! Вот забираешь сюда, прыгаешь сюда, и все. Ой. Как бы разбиться еще. Все, никакого мне этого теперь не надо. Гаечного ключа. Гаечный ключ у нас, кстати, там находится. В любом случае, у соседа где-то. Где-то у соседа. Не хочу открывать, потому что сосед сразу сюда побежит. Может быть, здесь что-нибудь еще есть? Типа, зачем сюда пришел, если здесь ничего нету? Действительно, зачем я сюда пришел? Объясните. Зеленый ключ где-то еще нужен? По-моему, нет. Странная тема, странная. Ну окей, я пока что использую, так уж и быть. Ну да, и в этом месте я был. Хотел сказать, что Лекс гений, а он не заметил. Окей. Давай замечу. Давай все-таки попробую заметить. Типа... А, вот к чему ты ведешь. Ну, это было сложно. А знаешь, почему не заметил? Потому что красного цвета. Его не видно было. Да, давай, карабкайся, конечно. Все получится. Ну только что я открыл вопрос. Сейчас он опять покарабкается вверх. Сейчас вниз спустится, а потом вверх. Сейчас вверх пойдет, и я в этот момент спущусь вниз. Не, это другое. Блин, ты гад, что ли? Ты имеешь в виду про это, а я здесь ничего не увидел. Ты про это что-то говоришь? А, вот красный ключ, лол. Почему я решил здесь так сделать, если что? Потому что в прошлой главе мы так делали. Мне показалось ли, сосед исчез? Просто я не додумался посмотреть именно в этот угол. Вот в чем проблема. Что мне теперь делать? Дать себя поймать. Выйти-то я здесь не могу.
Интересно, посмотрит в шкаф? Мне кажется, посмотрит. Если зайдет сюда, больше вероятно, что он сюда не сможет попасть. Потому что опять застрял возле двери. Окей. Дебил, что ли? Чё рушишь, блин, здание? Страшно же. Где ключ искать? Вот в чём вопрос. Красный ключ. А красный ключ сверху, точно, я вспомнил. То есть здесь нам ничего не нужно. Ни этот ключ, ни зеленый. Зеленый ключ, получается, мы использовали. Больше он не нужен, получается. Окей. Нифига здесь, конечно, головоломки у тебя, блин. Не заходи сюда. Здесь акула, не иди сюда. Здесь акула, не иди сюда. Почти, но я пытался. У меня же ключ не отобрали, правильно? Ключ от машины есть, окей. Ключ от машины есть. А гаечный ключ я так и не нашел. Ну и чё? Здесь чё? Не вижу. А, черный ключ. Окей. Окей. И чё, мы теперь можем выйти? Аллилуйя! Спустя миллионы миллиардов лет эволюции человека мы смогли догадаться, что и как в этом моде делается. Этот дурак все ломает, блин. Ты чё так? Такой тупой. Не пройти, я уже миллион раз тебе говорил. Так, а здесь не пройти тоже, да, видимо? Их помидоры себе оставь. Ха! Ха! Слови меня! Спасибо большое! Блин, тебе огромный респект и уважуха, чувак. Я тебя обожаю, сосед. Ага, я не вижу. Это он? А, это черный ключ от чего-то другого, я понял. Ты-ды-ды-ды. А, здесь не черный ключ, здесь коричневый нужен какой-то. А, черный ключ, наверное, отсюда получается, да? Да, черный ключ отсюда получается, все верно. Давай, дебилушку на себя выманиваем. Дебилушка, иди сюда. Заморозили, я понял. Я понял, что заморозили. Здесь рычагов никаких нету. В принципе, можно проигрывать по факту. Полез, полез. Раз, два, раз, два, раз, два. На, поджопник. А, ему пофиг. Поймал все-таки. Я думал, не поймает, кстати. Я думал, то, что я успею пройти. Ага, заморожена игрушка. Здрасте. Чё это вы куклу там спрятали? А ну-ка дайте мне. А чё это вы мне просите? Неужели лом, который я выкинул? Не? Ничего такого здесь нету? Ну все, я выиграл, да, получается? Здесь я открыл, получается, знаете где? Это вот, где красный вот этот вот рычаг был. Поймал! Чё? Каким образом? До свидания. Пока-пока, сосед. Пока. Я уже задолбался, если честно. Тяжело было от тебя убежать. Тяжело. О, нифига, машина сейчас меня собьет. Или его собьет. О, май гарбл. На! Нифига, ему пофиг. Он ее остановил. А, нет, все-таки под ним. Бедный сосед. Нет, за что? Только не это. И вся история, что ли, соседа показывается?
Прощай. Мы будем помнить тебя, усатый. До слез. Это все? Или нет? Прощай, сосед. Как тебе жалко. Только от тебя лужа крови осталась. За что? Бедного соседа. Главное, лужи крови никто не убирает. Это на память оставили. Бедненький. Жалко. Усы надо было еще у сына поставить. Надо было кровь в форме усов. Почему кровь-то никто не убрал? Труп убрали. Разбились. Все. Смерть. Смерть, ребята. Все, failed. Failed, exciting и прочее. Вау. Аплодисменты. На самом деле офигенный мод. 10 из 10. Катсцены вообще тоже 10 из 10. Хоть ты говоришь, что там тебе не нравятся катсцены. Лично мне очень понравилось все. И катсцены, и игра, и все. Очень-очень хорошо сделано. В действительности только сложно. Действительно сложно в некоторых моментах понять, что от тебя требуется. Сложно. Нужны подсказки. Нужны подсказки, я считаю. То есть должны быть какие-нибудь где-нибудь на карте расположены карточки, либо листочки, что как делать, как это было в обычном соседе, если ты помнишь. Я думаю, что у меня не запускается, лол. У меня на экране какая-то жопа происходит. Так, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Это прям вау-мод. Я давно, на самом деле, его жду, потому что я видел какие-то там кат-сцены, видел то, что IB7 действительно запарился с ним. Мне очень сильно понравилось. То есть, не помню моды, некоторые моды, которые я играл, были действительно очень хорошо сделаны. И вот этот мод тоже на уровне тех модов. То есть настолько хорошо. То есть я там считал, что вау, невозможно сделать так же круто. Сейчас я и поиграл, в принципе, действительно почувствовал тот же самый уровень. Так что с вами был Лекс. Спасибо, что досмотрели до конца. Если будет какое-то обновление, думаю, IB7 даст знать и скажет, чтобы я перепрошел его. Да? Я надеюсь, так будет. Так что обязательно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписывать паблик ВКонтакте, ссылка в описании в шап-канал, не забываем оформлять спонсорскую подписку. Оформляем, нажимаем, жмякаем на спонсорку. С вами был Лекс, и всем добра. Не забываем, кстати, также подписываться на канал IB7, если что. У него тоже есть свой канал, можете прочекать, набрать в поиске, либо наоборот, посмотреть в комментариях, я думаю, там он оставит свой коммент, и найти его канал в комментах. Все. Всем пока.